اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. А затем, дорогие братья, мы на прошлых двух лекциях мы говорили о том, что имеется в виду под словом иман, вера. И разъяснили, что наши дела тоже включают в себе наша вера. И без дел вера не считается действительным. И противоположное иману и вере, что является? Является куфр, неверие. И об этом неверии, иншаллаху та'аля, сегодня мы поговорим. Куфр на арабском языке это означает кафара, то есть покрыл. Ученые сказали, кафара сказали покрыл, потому что он покрывает свой разум от того, что ясное. То есть он не хочет понять, что является ясным. То есть он отрицает ясное. И получается, он покрывает свой разум, закрывает свой разум. И куфр является противоположным имана. Или человек бывает муъмином, или человек бывает кафиром. Как Всевышний Аллах в Коране сказал, «Фаминкум муъминум, ваминкум кафир». Третий вариант не бывает. Или человек бывает муъмином, или человек бывает кафиром. Поэтому куфр является противоположным имана. И куфр в шариатском понимании, у него есть два разных вида. Почему? Потому что в шариатских текстах, в Коране или в Сунне, куфр встречается иногда со смыслом того, что выводит человека из ислама, и иногда встречается со смыслом того, что не выводит человека из ислама, а на самом деле это является тяжким грехом. Так же, как у имана есть и свои ветки, и свои части, как мы сказали, 70 чем-то ветки есть у имана. Также у куфра тоже являются ветки. Также у имана есть вещи, которые основные. Если человек их оставит, человек выходит из ислама. Также и у куфра есть вещи основные и второстепенные. Второстепенные вещи, если человек сделает, он не становится кафиром. А если основные вещи сделает, он становится кафиром. Также как все поклонения, все виды поклонения, будто это сунна или ваджиб, или фарзы и так далее, это все является частью имана, так же, как и все ослушания, и грехи, и тяжкие грехи, и то, что выводит человека из ислама, это все является ветками и частью куфра. И из основ Ахли Сунны валь Джамаа, то, что в человеке может собраться иман, и некоторые части куфра. Некоторые ветки куфра может в человеке собраться. Он муамин, он муслим, однако он совершил что-то из куфра. Из какого куфра? Который человека не выводит из ислама. То есть он совершает куфр, который не выводит человека из ислама. Такое может быть в исламе. Он мусульманин, и он совершает дела куфра, которые человека не выводит из ислама. Об этом, иншаллах та'аля, мы более ясно позже поговорим. Также из очень важных вещей, что человек может стать неверным своим убеждением, своим словом, своим делом, даже сомнением человек может стать кафиром и оставлением. Пять вещей, запоминайте. Человек может посредством этих пяти вещей стать кафиром. Первое – убеждение.
То есть он отрицал, он не убежден во что-то, или в Аллаха не убежден, или в пророка, или в ангелов, или во что-то. Он не убежден. Отсутствие убеждения. Второе слово. Он сказал слово куфра. Человек выходит там. Третье дело. Сделал дело куфра. Сделал какую-либо вещь, которая выводит человека из ислама. Сомнение. Если человек сомневается, он не верит и не отрицает. Он в таком положении. Это человек неверный. И последнее оставление. Как мы сказали, оставление всех дел религии человека выводит из ислама. Таким образом, что он ничего не соблюдает из религии. Это тоже надо запомнить, один из основ Ахли Сунна валь Джамаа. Как мы сказали, куфр является два вида. Куфр, который выводит человека из ислама, и куфр, который не выводит человека из ислама. Куфр, который выводит человека из ислама, это то, что противоречит исламу и разрушает ислам. И оно обязывает вечный ад. Тот человек, который совершил это, он вечно будет в аду гореть. И этот куфр бывает, как мы сказали, убеждением, словом, делом, сомнением и оставлением. И сейчас, и этот куфр, который выводит человека из ислама, другими словами, его называют большой куфр. Вы, наверное, слышали этот термин. Большой куфр, малый куфр. Это мы объясняем сейчас. Вот этот большой куфр делится на... не то, что делится, она бывает разных видов. Не делится. Куфр делится на две части. Который выводит, который не выводит человека из ислама. Который выводит, она бывает разных видов. Первое. Куфр ул-инкари валь-джухуди валь-таквиб. Куфр отрицания. Куфр неверия. То есть человек не верит, отрицает он это. Это бывает у человека явно и тайно. То есть он от души тоже он отрицает это и явно тоже отрицает. Например, человек убежден, что пророк, он солгал, и он не был пророком. То есть он пришел, он говорит, я посланник от Аллаха к вам. Он отправил меня к вам, чтобы я увещевал и обрадовал. Нет, ты не пророк. Это называется куфр отрицания. Или если человек скажет, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел не с истиной. То есть то, что он, с чем он пришел, это являлось ложью. И так далее. Человек отрицает Аллаха или пророка, или что-либо из того, что, с чем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел. Всевышний Аллах в Коране говорит, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ. Кто же может быть более несправедлив, чем тот человек, который навлекает ложь на Всевышнего Аллаха или отрицает истину, когда эта истина приходит к нему? أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Разве нету в аду места прибития для кафиров? Это на что указывает? На то, что тот человек, который отрицает истину, или навлекает ложь на Всевышнего Аллаха, он становится кафиром. Чем завершил Аллах аят? «Алейса фи джаханнама мэтва лил кафирин». Разве нету в гиенне, то есть в аду, место прибития для кафиров? Второй вид. Это куфр отворачивания от истины. То есть своим высокомерием и гордостью он отворачивается от истины. Он не принимает ее, хотя знает, что это истина. Это непоследование, непокорность и отсутствие последования за истиной и за посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, явно, то есть своими делами, своими поступками. Хотя он в своей душе, в глубине души, он знал, что он посланник Аллаха. Так же, как знали кто? Иудеи. Они знали, что он посланник Аллаха. То есть этот куфр, куфр высокомерия и гордости, оно бывает явным, но тайно, на самом деле он принимает то, что он говорит. Он знает, что он правду говорит. То есть он оставляет последование за пророком, саллиллахусалям, проявляя свое высокомерие и гордость. Это подобно, как я сказал, куфру иудеев и также куфру Иблиса. Иблис тоже знал, что тот, кто приказывает, это Аллах, и что он его раб. И тот, кто создал Адама своими обеими руками, что это Аллах, это все знал он, однако не последовал. Астакбарта амкунта миналь алин. Ты возгордился или был из возвышенных?
Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «Калу анумину лака ваттабаака лярдалун». Эти кафиры сказали, которые возгордились последовать за пророком. Они что сказали? «Мы разве последуем за тобой в то время, когда за тобой следуют эти униженные люди?» То есть они возгордились. Вот эти униженные фукара и там молодежь, там мискины за тобой следуют. Мы что ли будем за тобой следовать? Они возгордились, хотя знали, что он пророк. Это тоже является неверием. Третий вид куфра. Куфруль и'рад. То есть отворачивание от куфра не высокомерием, не гордостью. Просто ему неинтересно. Не отрицает и не верит. Ему вообще ноль. Это тоже является куфром. Не обязательно, чтобы он сказал, пророк был лжецом. Я отрицаю Аллаха. Не обязательно. Если этот человек не принимает истину, отворачивая от истины, это тоже является кафиром. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Валлядина кафару, амма унвиру муаридун». Поистине неверные от того, что предостерегали их, от чего они отворачивались. То есть их предостерегали: вы последуете за пророком или вас ждет наказание. Аллах вас накажет, если не поверите в судный день и так далее. Они отворачиваются. Просто отворачиваются. Они не говорят: ты лжец, и твой Бог тоже это ересь и так далее. Ничего не говорят, просто отворачиваются. Не последовали за истиной. Это тоже является куфром. Куфру шак. Четвертый вид куфра. Куфр сомнения. То есть человек крепко не убежден в своей религии. Он до конца и не верит, и не отрицает. Вот в таком положении. Это шак. Это невера. Этот человек тоже является кафиром. Тот человек, который искренне, с глубины души, крепко не поверил, и также не отрицает. Он в сомнениях еще. Этот человек является неверным. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Алам яатикум наба'у ллазина мин каблякум кауми нухин ва адин ва самуд». Разве к вам не пришло рассказ тех людей, которые были до вас? Народ Нуха, народ Адов, Адиты, народ Самудиан и так далее. И в конце Аллах говорит: они говорили своим пророкам: «Инна кафарна бима урсильтум бихи». Мы не верим в то, с чем вы были посланы. «Ва инна ляфи шаккин». Поистине мы сомневаемся. То есть ты прав или не прав, мы сомневаемся в этом. «Мимма тадуунана илейхи муриб». То есть мы находимся в сомнении от того, что к чему вы призываете. То есть это, вот это сомнение, это тоже является неверием. И пятое. Куфр и лицемерие. Куфр и лицемерие, это что такое? Это явно говорит, что он уверовал в Аллаха и в посланника, а на самом деле он не поверил. То есть он шахаду произносит, он на намаз ходит, он все столпы имана выполняет. Однако он в глубине души сам даже не поверил это. Этот человек является лицемером, это тоже куфром является. Так же, как мы сказали, что куфр делится на две части. Куфр, который выводит человека из ислама, и в куфр, который не выводит человека из ислама. Лицемерие тоже делится на две части. Лицемерие, которое выводит человека из ислама, ее определение какое? Скрывать куфр, а выявлять иман. А лицемерие, которое не выводит человека из ислама, это определенные поступки, похожие на лицемеров. Например, когда разговаривает и лжет, когда он договаривается и нарушает свой договор, когда он что-то обещает, не выполняет, или он показуху делает не в основных вещах религии. То есть намаз, который Аллах возлагал на него, без которого иман не считается необходимая вещь религии, в этом показуха тоже является большим куфром. Поняли? То есть перед людьми он делает намаз, дома не делает намаз. Это человек кафир. Однако может быть такое, что он дома и перед людьми делает намаз. Однако ратибаты делает здесь в мечети, а дома не делает их. Это является малым лицемерием, которое не выводит человека из ислама, и этого человека положение очень опасное. Почему? Потому что он поклоняется ради кого-то Аллаху. И подобные вещи являются лицемерием и делами лицемерия. Однако человек не выходит из ислама по причине этого. Если человек соврал, мы не можем говорить, он лицемер, он вышел из ислама. Или человек обещал что-то, не выполнил, мы не можем говорить на него мунафик. Нельзя говорить. Мы скажем ему, в нем есть черта лицемера. Мы скажем, в нем есть признак лицемера. Однако никак нельзя сказать, что этот человек вышел из ислама. Дальше идем. И
На этот довод, то, что куфр и лицемерие тоже является куфром, Аллах в Коране говорит: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Из людей есть некоторые люди, которые говорят: мы уверовали в Аллаха и в Судный день, а на самом деле они не поверили. Шестое. Куфру сабби ва листихза. Куфру порицания и насмехательства, и издевательства. То есть, это что означает? Это издевательство и насмешка, и порицание обрядов ислама, религиозных обрядов или каких-то знамений ислама. Человек, если издевается или насмехает над этим, или порицает это, этот человек становится неверным. Это тоже является куфром. Миллиард раз, если он будет говорить: я мусульманин и я свидетельствую, что нету божества, кроме Аллаха и Мухаммад его посланник, если он издевается над обрядом ислама, это человек кафир. Ничего ему не поможет. Если даже он скажет: я просто игрался, я шутил, я был в гневе или что-то, этот человек становится кафиром, и он должен того делать. Всевышний Аллах в Коране говорит: некоторые лицемеры Медины говорили про сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, про ученых из сподвижников пророка, ура, они говорили, они являются с толстыми животами, то есть любят много кушать. Когда приходит время войны, они трусливые, они убегают с поля войны и так далее. Такие вещи говорили про сподвижников пророка Саслам. То есть издевательство над сподвижниками пророка Саслам — это косвенное издевательство над пророком, саллиллаху алейхи вассалям. И один сподвижник начал порицать их: вы что говорите? Они начали против него разговаривать. Он сказал: непременно я расскажу это пророку, саллиллаху алейхи вассалям, когда доеду до Мадины. Он приехал и рассказал пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, возражал на это, они сказали: мы просто шутили, мы просто разговаривали и так далее, обсуждали что-то. Аллах не спасает в Коране аяты. «Валя ин саальтахум». Если ты спросишь их про это, про их издевательство над религией, «Ля якулунна иннама кунна нахуду ва наля». Мы просто шутили, скажут они. «Кул абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Разве над Аллахом и над пророком и над его аятами вы издевались? То есть больше ничего не нашли издеваться над ним, кроме как Аллах и его посланник и его знамения и аяты. «Ля таатадиру». Не оправдывайтесь. Не оправдывайтесь тем, что вы шутили или игрались. «Кад кафартум ба'да иманикум». Вы стали неверными после вашей веры. «Иннафу ан таифатим минкум». Если мы простим некоторых из них, «нуадзиб таифатам». Другую часть из этих людей мы накажем. «Би аннахум кану муджримин». Потому что они совершили преступление. То есть этот аят указывает на то, что эти люди издевались над религией Аллаха, и они стали этим кафирами. Валлахи, очень опасный вопрос. И нуждается отдельно лекцию сделать просто про этот вопрос. Алистеза убиддин. Издевательство над религией. Издевательство над намазом. Издевательство над хиджабом. Издевательство над бородой. Издевательство над сиваком. Издевательство над короткими штанами. И так далее. Издевательство над камисом, который просто больше всего любил из одежды. Этим человек может выйти из ислама. Однако он сам не знает об этом. Аллах нуждается в целой лекции. Иншалла, у меня намерение есть об этом целую лекцию сделать. Седьмой вид куфра. Куфруль бугд. Это куфр ненависти. Он ненавидит Аллаха. Он ненавидит пророка. Он ненавидит даже что-либо из постановлений религии. То есть Аллах возлагал намаз, он намаз ненавидит. Зачем нужно было это намаз, говорит он. Или Аллах харамом сделал, например, вино. Он говорит: зачем нужно было харамом делать? Затруднили людям жизнь. Наслаждение запретили. То есть он ненавидит вот эти постановления религии. Этот человек становится кафиром. Аллах в Коране говорит: «Залика би аннахум кариху ма анзал Аллах». Это потому, что они возненавидели то, что Аллах не спаслал. «Фа ахбата а'малахум». Аллах сделал все их дела тщетными. Аннулировал их дела. И вот эти виды куфра, они обязывают постоянство человека в аду. Этот человек постоянно горит будет в аду, валяиаду биллях. И она делает дела этих людей тщетными. То есть даже если он был мусульманином, сделал этот куфр,
все, что он делал до этого, 10 лет, 20 лет, 30 лет, все эти дела становятся тщетными. Если на этом умрет этот человек будет вечно гореть в аду. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Инна ллазина кафару мин ахли л-китаби валь-мушрикина фи нари джаханнама халидина фиха, улаика хум шаррул бария». Поистине те, которые не уверовали в Аллаха и в посланника Аллаха, то есть стали неверными, из людей Писания, или христиане, или иудеи, валь-мушрикина, или другие многобожники, фи нари джаханнама, они будут в огне джаханнама, вечно будут там гореть. Поистине они являются худшими из людей. Поистине они являются наихудшими из людей. Поймите это, дорогие братья, некоторые люди начинают кафира сравнивать с мусульманином. Мусульманин, если у него ахляка нету, лучше этот кафир, чем этот мусульманин, говорят. Если мусульманин, у него нету, например, дисциплины или пунктуальности в договорах или что-то, я имел отношения с кафиром, они наоборот лучше были, чем мусульмане. Начинают говорить такие вещи. «Уляика хум шаррул бария», говорит. То, что этот человек не поверил в Аллаха и в его посланника, это миллион раз хуже, чем то, что мусульманин где-то в своей нравственности проявил халатность. Это вопрос валя и бараа. Нельзя неверного человека приравнивать с верующим. Это разные уровни. Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «Валякад ухия илейка ва иля лладина мин каблика ла ин ашракта». لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Было внушено, то есть было вахью сделано тебе и тем, которые были до тебя. Если ты предашь Аллаху сотовариша, то все твои дела станут тщетными, и ты будешь из тех, которые потерпели убиток. И вторая часть, как мы сказали, куфр делится на две части. Первую часть мы рассказали и увидеть уже рассказали. Сейчас вторая часть. Это куфр, малый куфр, который не выводит человека из ислама. То есть это означает то, что не нарушает основу имана. Однако она уменьшает иман. Однако она ослабляет иман. Но однако, то есть имя или описание ислама, она у человека не забирает. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, или Аллах, назвал некоторые грехи и преступления куфром. Почему назвал? Чтобы пугать людей от этих грехов. Также еще одна причина, потому что эти грехи похожи на дела кафиров. Две причины были того, что Аллах или Пророк назвал эти вещи куфром. Первое, чтобы предостерегать людей, настолько мирские дела это, настолько джахилийские дела, что Аллах хочет пугать людей от этого, предостерегать сильным образом. Вторая причина то, что это является характером кафиров, похожий на характер кафиров. Однако это не доходит до уровня большого куфра, который человека выводит из ислама. Это является тяжкими грехами, имя которых является куфром, однако человека не выводит из ислама. Например, куфру ни'ма. То есть, блага Аллаха он отрицает, не благодарит Всевышнего Аллаха за то, что Аллах ему дал. Это называет ее куфру. Неверие благ, которые Аллах ему дал. Отрицание благ. Неблагодарность Всевышнему Аллаху. Куфрану л-аширу валь-ихсан. То есть, отрицать то отношение, которое муж делал к своей жене. То добро, которое он проявил к своей жене. Как в хадисе пришло, что большинство обитателей ада будут женщины. Спросили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, почему? Потому что он сказал, «Ликуфрихинна». Потому что они будут проявлять куфр. Спросили, «А якфурна биллях?» Разве они будут отрицать Всевышнего Аллаха? «Каля ля, якфурна л-ашир». Они будут отрицать то добро, которое муж проявил к своей жене. Это они будут отрицать. То есть пророк сам назвал это чем? Неверием, куфром назвал. Однако это не является куфром, который выводит женщину из ислама. Однако это является тяжким грехом, который по причине этого она попадет в ад. Италюль муслим, воевать с мусульманином, это является куфром, который не выводит человека из ислама.
Пророк, саллиллаху алейху салям, говорит: «Сибабу л-муслими фусукун, ва киталюху куфрун». Порицать мусульманина, упрекать его, ругать мусульманина – это является нечестием, а воевать с ними – это является куфром. Также «Ват-та'ну фин-насаб». То есть это что означает? То есть порицать человека за его происхождение. То есть у него тухум какой-то униженный был в какое-то время. И за это порицают мусульманина. Пророк, саллиллаху алейху салям, говорит: «Ифнатани финнаси хума бихим куфрун». Две вещи есть, которые распространены в людях, они оба являются среди них куфром. Это является куфром. «Ат-та'ну финнасаб» – упрекать человека за его тухум, за его происхождение. «Ванияхату аляльмайит» – то есть плач, разрывать свою одежду, волосы вырывать. Вот эти вещи делать, когда человек умирает, на соболезнование. Эти две вещи, то есть упрекать человека за его происхождение, или волосы вырывать, там, порвать свою одежду, плакать, вот это все делать на соболезнование, это тоже является малым куфром. وَقَوْلُ الْمُؤْمِنِ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يَا كَافِرُ. Человек, когда говорит своему брату мусульманину «у кафир», это тоже является тяжким грехом и малым куфром. Также малым куфром является, когда человек клянется не Аллахом. Помимо Аллаха, чем-то другим клянется. Это тоже является куфром, который не выводит человека из ислама. Как пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман халафа би гайри Аллахи факад ашрака ау кафара». Тот человек, который клянется не Аллахом, помимо Аллаха, другими вещами, тот предал Аллаху сотоварища или не уверовал Аллаха. Однако вопрос возникает у нас. В то время, когда Всевышний Аллах назвал, или пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, назвал эти вещи куфром, с чего мы взяли, что это не куфр, который выводит человека из ислама? Откуда мы это узнали? Это мы узнали от иджма'а сподвижников, от иджма'а таби'инов. Единогласное мнение Ахлю Сунну валь Джама'а и Саляфу, что эти вещи, что этими вещами человек не становится неверным таким образом, что он муртад. То есть этим мы узнали, что здесь имеется в виду не большой куфр, а малый куфр. И другие доводы тоже есть, которые на это указывают. Например, мы сказали, воевать с мусульманином, это является куфром. Даже. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Вакиталюху куфрун». Воевать с ними, это является куфром. Откуда мы знали, что это не куфр, который вводит человека из ислама? Узнали от аята, где Всевышний Аллах в Коране говорит, «Ваин таифатани миналь муминина кататалу». Если две группы из мусульман будут воевать друг с другом. То есть Аллах назвал их кем? Мусульманами. Если две группы из мусульман будут воевать друг с другом, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, то примиряйте их. А не сказал, то такфирьте их. Поняли? То примиряйте их, потому что они еще находятся в исламе и мусульманами. Надо их примирить. И один вопрос, который необходимо здесь упомянуть, потому что мы тут обсуждаем вопрос куфр, малого куфра, который не выводит человека из ислама. Некоторые люди называют малым куфром судить не по закону Всевышнего Аллаха. Судить не по закону Всевышнего Аллаха. Однако Всевышний Аллах в Коране говорит: «Умал лам яхкум бима анзал Аллаху, фа улайка хумуль кафирун». И те люди, которые не будут судить тем, что было ниспослано Аллахом, то они являются неверными. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Фа улайка хумуль фасикун». В другом аяте говорит: «Фаулаика хуму дзалимун». Три аята. Они залими, они фасики, они кафири. Некоторые люди начинают говорить, это не является большим куфром, который выводит из ислама. Это является малым куфром. Поэтому те люди, которые издают от себя законы или судят не по закону Всевышнего Аллаха, они не являются кафиром, они являются грешниками. Однако это является шубхой, а это не является из акиды Ахлю Сунну валь Джама'а. И они приводят, что якобы Ибн Аббас ради Аллаху Та'аля анху сказал, что это куфр, дуна куфр. Куфр, который не доходит до большого куфра. Его иснады все являются слабыми. Ибн Аббаса ученик, может быть, это сказал. Там тоже надо разбираться, он сказал это или нет, ауз, как передают это некоторые муфассири. И это истолковали ученые, как Ибн Аль-Каим и Ибн Таймия и другие. Они сказали, когда человек судит по закону Всевышнего Аллаха, и власть является у мусульман, и закон тоже является шариат,
и он, если судил не по закону Всевышнего Аллаха, следуя за своими страстями, взяв взятку или и так далее, то этот человек является фасиком, а не кафиром. Почему? Потому что в своей основе он судит по закону Аллаха, и он не изменил шариат, потому что шариат есть, он должен просто в соответствии с этим шариатом судить, он всего лишь судья. Если он не по закону Всевышнего Аллаха судил, следуя за своими страстями, один в одном вопросе, или в двух вопросах, или трех вопросах, этот человек является фасиком, а не является кафиром. А если человек вообще изменил шариат, вместо того, чтобы у вора отрубить руку, сказали 10 лет лишения свободы ему, этот человек становится кафиром, и в этом нету никакого сомнения у Ахли Сунни валь Джамаа. Вальхамду лиллахи Раббиль Аалямин.